Я не могу молиться, Отче, если не показываю этих отношений в повседневной жизни. Я не могу молиться «наш», если моя вера не вмещает других людей и их нужды. Я не могу молиться «сущий на небесах», если все мои интересы отражены лишь в земных вещах. Я не могу молиться «да светится имя Твое», если я стараюсь осветить лишь Божью помощь. Я не могу молиться «да придет Царствие Твое», если я не желаю жить по Божьим законам. Я не могу молиться «да будет воля Твоя», если я не желаю иметь ее в моей жизни. Я не могу молиться «на земле, как на небе», пока я истинно не отдам себя на служение Богу здесь и сейчас. Я не могу молиться «хлеб наш насущный дай нам на сей день», если я удерживаю свой хлеб от ближнего моего. Я не могу молиться «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», если я имею что-то против ближнего своего. Я не могу молиться «и не введи нас в искушение», если сам избираю находиться в ситуации, в которой легко искуситься. Я не могу молиться «но избавь нас от лукавого», если я не готов бороться всей моей жизнью и молитвой. Я не могу молиться «ибо Твое есть Царство», если я не хочу подчиняться Царю. Я не могу молиться «и сила, и слава», если я ищу силы для своей собственной славы. Я не могу молиться «вовеки», если я сильно озабочен делами каждого дня. Я не могу молиться «аминь» до тех пор, пока я честно не скажу «не моя воля, но Твоя да будет». Молитва – это один из лучших бесплатных подарков, которые мы можем получать и давать. Она ничего не стоит, только вознаграждается.